Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор спортивных событий. Международный марафон «Европа-Азия» прошел в Екатеринбурге. Среди участников масштабного действия было немало пермяков. В общей сложности на старт вышли более 3000 человек из разных стран. Организаторами было предложено 4 дистанции. Марафонская 42 километра, половинка 21, а также 10,4 километров. Бежали все от мала до велика. Далее игровые виды спорта. Баскетбольный клуб «Парма» усилился 2 игроками. Подписаны контракты с центровым Иваном Нелюбовым и форвардом Вадимом Балякиным. Первый ранее выступал за литовский клуб «Нептунос», второй играл за самарские «Красные крылья». И в завершение о женском футболе «Звезда-2005» провела очередной матч чемпионата страны. На своем поле она встречалась с краснодарской «Кубаночкой». Героем поединка стала Дарья Апанащенко. В конце первого тайма она забила с пенальти, а в начале второго отличилась с игры. Звездочки выиграли 2-0 и сейчас лидируют в турнирной таблице, на 3 очка опережая Рязань ВДВ. Очень много борьбы, очень много было нарушений. Может быть, я не посчитал, но если статистически посмотреть, хватило на 2 игры, я думаю, сегодня. Очень рад. Хочу поблагодарить девочек, которые сегодня видели, как Кубаночка погибли на поле. И считаю, заслужили вот эту победу. Впереди у «Звезды» выездной матч в рамках 11-го тура ей играть с «Зорким» в Красногорске. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.